Всем доброе утро, ребята. Такой у нас уже день. Доброе утро, говорю. 11 часов практически. И ехал с работы, торопился выпустить голубей. Солнышко, приехал домой. У нас туман стоит. Поэтому вот, решил все-таки все равно выгнать. Молодежь должна немного привыкать, они уже, я просто мучаю голубей, сидя в вольере, у них мозгов никак не добавится, вот на свой страх и риск, можно сказать, я выпустил, у них, не дай бог, они поднимутся, они, конечно, тем более малышня, они куда-нибудь денутся, ну вот так вот в общей массе. Надеюсь, они посидят, погуляют вот по снегу. Позавчера снег был, вчера таял. Вот так вот с земли на крышу, с крыши на землю. Потихонечку, надеюсь, хоть так. Думал, солнышко будет, погуляют, погреются на солнышке. Ну, минус 2, ночью было минус 7. Даже вышку эту плохо видно, вот туман стоит. Не очень хорошо, не очень сыро. Сыро, вон оно солнышко. Вот его видно, ничего не видно, не может оно пробиться. Хотя в городе, скорее всего, в городе тумана не будет. У нас вот рядом поля и... Я думаю, вот это все из-за полей испарения идет. Вот, выпустил их. Они вон большая часть вообще не собираются выходить. Яиц опять в голубятни и на полу, и в гнездах раскатали гнезда. Фу, гнезда, яйца. Пластиковых гнезд нету. Яйца катаются. Они все несутся у меня. Несутся как куры. Так что вот хотя бы мы немного погуляем, пусть часик-полтора. С крыши капает, кто-то там купаться ложится. Как-то так. Что-то ходят, ищут. Палки собираем мы, гнезда строим. Все занимаются строительством. Вот сейчас, некоторые я смотрел уже, они выходят и мусор несут. Голубь гоняет голубку на яйца. Вроде бы и холодно, обещают с понедельника снег, опять минус 5, минус 10, ну, как-то так, вон такла, палку схватила, и сейчас стоит открыть дверь, и весь мусор будет в голубятни, строители. Вот. В общем, как-то так, кто-то на крыше. Вроде бы вот оно, вот уже поярче солнышко, поярче. Вот хочет, никак не может солнце пробиться. Ну постою еще, может быть еще и пробьется солнышко. Вон некоторые собираются в кучу, сейчас начнут в снегу купаться. Это благо еще сейчас мороз держится, не грязно. Хотя сегодня обещают плюс 4, плюс 5 днем. И гонят, не гоняют, и сидят они в вольере, как куры. Ну, в общем, вот такие вот дела. Ладно.
Как-то так. Ну вот, как я и говорил, вот они собираются. Вот, посмотрите, что за толпа собралась. Собираются в кучу, начинают купаться. Вот они, негодяи мои. Летать мы не летаем. Сидим себе, жрем. Вот, вот места не хватает, надо по головам ходить. Надо ходить по головам. Чтобы искупаться в снегу. Снега им, бедным, мало. Ну, одни гуляют, сидят, другие на крыше. Ну, общая толпа спустилась. Голубят ни один молодой там остался, больше нет. Ну, вот так вот мы купаемся.